Здравствуйте, друзья, с вами Татьяна, и я приветствую всех на своем канале. В этом видео хочу показать свои покупки, которые я купила в Крыму. Начнем с подарков младшему внуку. Смотрите, купила морского котика, вот он, мягкая игрушка, такая мордочка. Сразу влюбилась и не стала даже раздумывать. Вот такие вот ласты, такой игрушки у них точно нет. Вот, такой миленький, мягонький. Уютный. Дальше я ему купила вот такую вот корзинку с ракушками. Будет играть, разбирать. Ракушки разные-разные. Большие, маленькие. Разнообразие ракушек. Дальше покажу, которые подарки купила внучке. Вот. Это шкатулка. Она открывается и закрывается. Вот здесь застежка. Я просто открыла сейчас, чтобы сразу показать. Вот это вот звезда, это тоже ракушечка такая. Ну, морская звезда. В ракушечках, надо сказать. Вот такие разные будут. У обоих будет. И у обоих разные ракушки. Дальше я купила вот такой вот бантик. Видите? Вот он. Красивый. Вот такое вот колечко. Вот. Прям блестит все. Колечко, видите, с разрезом, что на любой пальчик. Затем вот такой интересный бантик, мягонький такой. Он немножко помялся, но потом выпрямится с Божьей коровкой. Так прикольно, посмотрите. Вот. Дальше еще внучки, вот два браслетика. Один браслет с русалкой, вот он. И второй обычный. Вот. Маленькие, они же любят все. Девочки особенно эти дела-то. Теперь старшему. Старшему я купила несколько значков. Он уже прикрепил к рюкзаку в школу. Так. Этот почему-то оставил. Может, не понравился, не знаю. Ну, если не понравился, может, кому-нибудь подарит. Кому-то понравится. И вот такой вот брелок. Не знаю, кто это, чего это. Это еще остатки с прошлого года, потому что еще особо нету. Не продают, только-только начинают все открываться. Себе я купила вот такую ложку именную, потому что поехала и опять забыла чайную ложку. И сразу как по приезду купила. Стоит 150 или 100 рублей, я сейчас не помню. Ну, очень красивая и тяжеленькая такая, с надписью. Затем себе я купила еще вот красная нить. Дерево жизни, сила рода, здоровье, плодородие, процветание. И оберег от дурного сглаза, самое главное. Вот. Купила себе еще, покупала там вот такое взбитое масло ши, мандарин. Пользовала его. И осталось остатки дома до пользы. Очень хорошее маслице такое со сбитыми сливками. Это крымский знахарь, бальзам. Тоже я там мазала, у меня что-то разболелись коленки. И сразу купила и мазала обильно так. Дальше себе еще купила вот зеркальце. Зеркальце это двойное. Одно обычное зеркало, а другое... Уже, ну, не буду открывать одной рукой, неудобно. А второе на увеличение. Мне такое как раз надо. Вот, это я себе все. Дальше. Да, еще мне, когда мы ходили в Кали, я потом улицу вставлю немножко в конце видео, то она мне дала настойку на адамовом яблоке. Это... Вот такая вот настойка, видите, коричневая. Тоже мазать суставы, коленки, все, а потом в тепло. Из адамового яблока. Затем, давайте посмотрим мыло. Купила несколько наборов мыла. Вот это у них в этом году новинка идет. Крымское мыло натуральное. И находится мыло винное и можжевельник. Вот, потому что винного мыла у них... В наборах прошлый год не было. И вообще вроде не было. Вот я их две штуки купила. Затем набор тоже из двух мыл. Вот такой.
Здесь лаванда и сакская грязь. Вот такой набор. А этот набор из 4 мыл. Город Судак. Здесь 4 кусочка. И тяжеленький такой. И сакская грязь. Один кусок. Можжевельник, роза и ежевика. И видите, срок годности уже этого года выпуск. Февраль месяц. Свежий. Его все разобрали. Вот я как раз мы по коробочке с сестрой последний забрали. Сказал, что привезут. Ну, мы вот еще вот таких вот купили. Нам хватит. Все не увезешь, как говорится. И еще вот кусочками. Вот. Одно крымское натуральное мыло на козьем молоке с экстрактом и хлопьями кокоса. А это два таких вот эфирные. С эфирным маслом лаванды. Вот, давайте откроем, покажу. И запах у него очень. Вот, цвета лаванды. И запах прям прелесть. О, сразу пошел запах. Два куска таких вот взяла. Вот они, два кусочка. Вот. Дальше. Полотенца. Взяла вот эти полотенца. Вот так они идут, видите? Сложенные, подарочные. По 100 рублей. Есть разные, и большие, и маленькие. Это вот такой вот материал. Не вафельный, нет. Другой какой-то. Три взяла, да. Вот. Привет из Крыма зеленый. Город Судак. И вот с лавандой. Три взяла. Дальше я взяла зятю день рождения. Взяла ему кружку с мостом. Видите, мост нарисован. И ласточки на гнездо. И много чего тут. Ялта, Судак, Евпатория. Вместимость 350 миллилитров. Стоит 330 рублей или 350. Несколько взяла вот таких вот пакетиков тоже. Цену не помню, но недорого. Недорого. Так. Полотенце. Вот еще я взяла. О, упал, ну ладно. Два вот таких красивых носовых платочка. И полотенце вот такое вот. Вот оно. Это полотенце турецкое. Оно так хорошо впитывает. Оно не тоненькое такое, но и не толстое. Вот какое-то двойное. Я давно мечтала. И в прошлом году уже их все, когда мы ездили на рынок, их не было. В этом году еще есть. И цветные, и, ну, с цветочками, и разного цвета. Ну, не совсем разного, там несколько видов, 5-6 цветов. Ну, я выбрала вот такой вот красивый. Так, что еще? Из еды. Из еды вот я взяла вот этот вот подарок, вот этот вот. Рахат лукум. Это стоит 250 рублей. И вес 300. Рахат лукум. Лукум 350 грамм. Вот. Дальше я сейчас еще в конце принесу рахат лукум. 700 граммовый, который мы сейчас кушаем. Очень вкусный. А этот уже, видите, вот набор какой идет. Этого рахат лукума. Дальше специи. Специи вот для плова взяла. Вот 50 грамм. Состав: паприка, шафран, барбарис, куркума, зира, кориандр. Вот. Дальше взяла сванская смесь. Вот такая. Вот она идет. Я взяла это. Апрель уже в этом году. 150 грамм. Зеленый перец, чеснок, семена укропа, кориандр, мин, соль. Затем взяла для салатов. Вот видите, тут здесь мелко, а здесь крупно. Я потом пересыплю в баночки, и будет все хорошо. И, конечно же, в этом году я взяла большую пачку. Вот 17 апреля 24 года выпуска. 400-граммовую для супов. Паприка, морковь, петрушка, укроп, кориандр, чабр, лук, соль. Вот. Здесь мелко, здесь крупно. Буду насыпать в эти баночки и пользоваться. Я люблю специи. В прошлом году я другие привозила.
В этом году решила вот такие купить. Плов, кстати, я каждый год покупаю. Вот. Остальные у меня еще остались с прошлого года неиспользованные. Ну и сейчас принесу и покажу еще вам другую пачку рахат лук. Хочу снять вторую пачку рахат лукума. Она была в подарочной упаковке, уже не сохранилась. Мы вчера попили чай. Вечером я приехала, очень вкусно. Мне нравится. А почему по одной купили? Разобрали, и осталось две коробочки. Одну взяла сестра, одну я. У нее чуть-чуть другая. Вот. Стоит эта коробочка 250 рублей. Шла в подарочной упаковке, в красивой такой. Ага. И вот еще внук пришел со школы, и вот я еще ему купила браслет. Вот он. Вот такой вот с чем-то. Говорят, молодежь сейчас носит. Я взяла матовый. Там были глянцевые и матовые. Взяла матовый. И там он еще не успел прицепить два еще значка. Ну вот такие вот покупочки у меня. Кому понравился обзор, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я всем очень рада. Дальше я поставлю немножко улицу, где сняла. Там розы. Ну вот мы ходили на Адмиральскую, где в прошлом году жили. И на этом с вами попрощаюсь. Всем пока, до новых встреч. А это вот мы пришли на вот эту улицу Славянская. Идем на Адмиральскую улицу. Вот. И вот такие розы. Ну как же мимо пройти? Посмотрите, какая красота. Вот. Это розовые. А вот там. Белые.